15-18 марта в нашей стране пройдут главные выборы президента Российской Федерации. В Общественной палате подписали соглашение между региональной общественной палатой и некоммерческими организациями для общественного наблюдения за выборами. Соглашения подписаны для того, чтобы наладить взаимодействие общественников и активистов в процедуре общественного наблюдения за выборами президента России. Институт общественного наблюдения давно зарекомендовал себя как в Ульяновской области, так и в стране в целом. Хочется подчеркнуть, что общественным наблюдателем может стать не каждый, кто захотел, и не каждый, кому исполнилось 18 лет, а тот человек, который очень планомерно, вдумчиво отработал на наших семинарах, прослушал их, выучил все нюансы электорального процесса, понимает все законы о выборах. Наблюдатели от общественной палаты традиционно присутствуют на всех избирательных участках. Они представляют интересы народа и закона. Это подтверждает чистоту избирательного процесса. Одно из соглашений заключено с региональным отделением Ассоциации юристов России. Мы проводим обучение кандидатов-наблюдателей. Готовим большой пул, скажем так, вот этих кандидатов, которые потом в дальнейшем при удачном прохождении тестирования могут претендовать на то, что они получат направление для наблюдения за выборами. Выборы президента Российской Федерации очень важны, так как определяют жизнь страны и каждого ее гражданина на 6 лет. Важно проявить гражданскую активность и не оставаться в стороне. И на прямой вопрос, как поддерживать будет профсоюз, прозвучало предложение, надо прийти на выборы. Надо прийти на выборы, и только высокая явка подтвердит, что легитимность выборов, которые состоятся в марте месяце. Почему? Потому что если люди не будут голосовать ногами, а проголосуют тем, что они выразят свою позицию, за какого кандидата, как они это сделают, но главное, что они придут на выборы. Благодаря подписанным соглашениям общественное наблюдение за выборами станет более эффективным. В этом вопросе общественной палате помогут активисты боевого братства, Ассоциации юристов России, Нотариальные палаты и других общественных организаций. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.